Итак, ребята, я на территории педагогического универа. Говорят, что это педагогический универ сделал такие вещи. В общем, было тут озеро древнее, такое очень древнее озеро. И вот что с ним стало. Они просто засыпали, короче, все озеро говном. Закидали его. Оно и так-то было грязное. Сейчас они закидали его настолько. Вот это все свалено. Здесь было озеро. Короче, вот прямо вот здесь было озеро. Сейчас осталось от озера только его часть, половинка. Почему я защищаю это озеро? Вот что-то получилось. Видите? Все уже закатано. А вот озеро осталось. Тут еще уточки плавают. Классное озеро еще. Почему я уважаю это озеро? Потому что здесь водится очень интересный микроорганизм такой. Да здесь вообще очень живо. Вон уточки плавают, вон там. В общем, здесь есть такие существа. Маленькие такие крокодильчики, тритоны. Эти тритоны, они вот здесь живут, в этом маленьком озере. А кто-то вот решил, что это просто обычная лужа, и взял ее, закатал просто вот так вот, варварски. Причем не просто там какой-то чистой землей, а вот такой вот херней всякой, глиной, макатушки он валяется, просто вот ужас какой-то. Мне, чтобы почистить озеро и сделать его красивым, они сделали из него, хотят сделать из него что-то непонятное. То ли парковку, то ли не знаю что. Это озеро Родниково. Такие вещи. Все в говне. Все в асфальте. Как, куда они мусор понавезли, не знаю. Вот как это выглядит с другой стороны. Вот озеро. Оно немножко зацветает иногда, когда слишком жарко становится. Да его и просто замусорили. Я когда маленький был здесь, было чище намного. Ловил здесь тритонов, короче, пока не понимал, кто это такие. Вот, просто накидали, озеро завалили и все. Половину озера нет уже. 2017 год. Год экологии в России. Вот что сделали с озером. Просто засыпали его. Это Антон Вовсеенко, территория педагогического университета. Знать. А как звать? Юрий. Юр, ты знаешь, меня еще бесит. Вот пришли, это самое, я звонил, ты знаешь, когда 262 начал, забыл где. Они, в общем, это сидят, у них офис. На этой, как ее, где брак снимает самое, на полевой, внизу, около Волги, они там, у них там офис. Вот я туда попала одна. И они говорят, да, да, мы клянемся, мы это самое, как ее, мы головы, что мы это, в общем, очистим, мы тоже пришли, мне отписку дали, все, что они причащают, ну и все равно они ночью все загадили. Короче, вот я вам поймал тритонов. Они пока еще маленькие. Там вон есть один просто головастик. А вот те вот с лапками. Здрасте. Нет, тритоны. Да. Сейчас я его поймал вот. Только что прям. Сейчас отпущу. Только сниму. Какие бывают у нас здесь тритоны в Самарской области. Древние существа. О, какой красавец. Это вот большой уже. Самец. Вот прямо в этом озере.
которая засыпана. Вот только что прямо тут поймал. С очком. То здесь раньше дети ловили ротанчиков, купались, была очень чистая вода, били родники, а потом родники немножко засорились, озеро все забросали, но утки продолжают каждый год прилетать, выводят здесь своих птенцов и улетают осенью, по 9 уточек маленьких плавают каждый год. Ну вот вы говорите, раньше что, пляж здесь прям был или что тут было? Люди плавали? Дети купались, чистая была вода. А-а-а. Дети купались. А потом забросали, да, все? А потом, да, бутылки вот эти всякие, пластмассовые баклуши начали бросать, начали приходить сюда шашлыки делать. А кто же его это очистил тогда? Чистили его институт студенты. Угу. Каждый год они примерно очищали его. Здесь памятник стоит вот погибшим в Великой Отечественной войне. И к 9 мая озеро очищали. Понятно. А в этом году они его решили засыпать. Да, вот мусором. Непонятно. Что-то. Как раз в мае, 5 мая. Это чистый, чистый родниковый. А, спасибо. Вот, вот так засыпали. Почти по озеру уже нет. Мусор привозили по ночам. По ночам? Мусор привозили по ночам. А как вы думаете, кто это сделал? Вот, ну, мы даже понятия не имеем, кто это сделал. По ночам и здесь люди ходили, и ругались, и милицию вызывали. И милиция приезжала. Все. Вот, и тем не менее, все равно вот это вот разровняли. А вот эти кучи еще привозили по ночам. А ворота им открывают вот этот гараж. Понятно. Вон там ворота, прямо оттуда открывают. Мусор. Понятно. Сюда везти. И здесь вот охранники ночевали, прямо здесь палатками, они ночевали, чтобы не завозили. Такие вот дела, блин. Педагогическое образование на благо России. Ух!